Субтитры создавал DimaTorzok.
Work on projects like drawing. It's much more fun to share. Я немного был шокирован, потому что Коля даже не стал спорить. Это круто, что мы Я держал победу. Квартира теперь в моем распоряжении. С минуты на минуту должна прийти гостиная. Я хорошо проводил время. Самое важное, никто не мешает. Я бы пролежал на диване целое утро, но брат помешал моим планам. Оказывается, он решил купить новую машину, а своего хочет отдать мне. Да, I actually found some things I don't want to do.
пожалуйста, позвоните моей маме. Я думаю, что ты посмотри на меня. Он не понимал, почему я так переживаю за него. Но когда я сказал, что брат хочет отдать мне свою машину, глаза Вадима загорелись. Мы смеялись, но вдруг Чижу позвонил учитель. Я занял положение лежа. Чижу взял Не, ну это легендарно. Мы крутая команда. Для надежности Вадим предложил избавиться от них, чтобы мой брат точно не узнал о двойке. Я дал ему дневник, пожал руку и пожелал удачи. Я зашел к брату. Он сказал, что нашел себе неплохую удачу и готов отдать мне ключи от своей машины. I meant to say, I will guide you through it step by step. Короче говоря, я получил двойку. Подпишитесь на наш канал и на нас, и все на свой. А также поставьте нам лайк. И расскажите о нас в канале всем своим друзьям. Может, и написать комментарий. Может, и в следующем видео. И стоит, и еще не спеши уходить. На нашем канале ты найдешь много